Я отрезал ему правую руку, это просто жесть. Это что, какое-то послание дьявола или что? Я реально поджег куклу воду дьявола. Из канализации идет кровь. О господи, сколько его здесь? Че твори, бро, меня зовут Царкио, он из Ибру. Сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть в моей супербанде. Самый сильный банде на ютубе, ведь перед время супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, вроде бы же ей очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей супербанде. Самый сильный банде на ютубе. Эй, бро, сегодня здесь простое видео, потому что в одном из прошлых видео я подписал контракт с дьяволом и продал ему свою душу. И это просто жесть, супербанда, вы только на это посмотрите. Это же реально выглядит жестко. У меня реально больше нету души, потому что я забрал дьявол. К счастью, он уже поставил сюда метку. Но в прошлом видео с помощью бога кое-как я к нему дозвонился и кое-как я его умолял, чтобы он убрал мою метку. И больше не принадлежу дьяволу. Но есть одно но. Я не смог вернуть душу. Именно поэтому буду сегодня попытаюсь вернуть свою душу, которой у меня нету, чтобы жить дальше. Хотя контракт аннулирован, но душа все равно не вернулась. Окей, буду, чтобы вернуть душу, которой у меня нету, это просто жесть. Я буду использовать куклу воду вот эту. И мне кажется, что это кровь дьявола. Эту куклу воду я нашел в одной из коробок, где бог, когда отправился в путешествие в Польшу. Да, было такое, банда, вы можете посмотреть это видео. Я нашел там эту куклу воду и эту кровь. И это просто же супербанда. После того, банда, я очень уверен, что это все сделано на дьявола. То есть я с уверенностью продал душу дьяволу, потому что я знал, что я смогу ее вернуть. Но сегодня, банда, все заходит слишком далеко. Потому что, банда, это дыра, где нету души, становится все больше. Это просто же супербанда, я не знаю, что с этим делать. Но поэтому, банда, сегодня пришло время со всем этим покончить. То есть вернуть свою душу. Сегодня, банда, я использую куклу воду на дьяволе. Погнали, банда! Окей, супербанда, но прежде чем мы привяжем эту куклу воду дьяволу, давайте на этом видео наберем 10 тысяч лайков. Ведь, супербанда, мы самая сильная банда на ютубе, а значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков, ведь как у самой сильной банды на ютубе может быть самое меньшее количество лайков? Да никак, именно поэтому не допускайся ниже 100 соцарский лайк. Эй, бро, за такое это видео, потому что сегодня я буду прям реально угорать самой настоящей нечисти. Отсюда тьмы, бандит, поэтому опускайся ниже 100 соцарский лайк, я жду. А мы начинаем привязывать куклу воду к дьяволу. Окей, супербанда, пришло время привязывать эту куклу воду к дьяволу. Я надеюсь, у нас все получится, то и сейчас мне нужно залить эту кровь в куклу. Где-то сзади здесь я возьму вот так вот обрежу. Окей, банда, вот так вот я разрезал куклу воду сзади. Что ж, пришло время открывать этот тюбик. Это просто жесть, супербанда. О, черт. Я его открыл, банда. Окей, супербанда, вы только посмотрите, что здесь. Ну реально пахнет кровью, это просто жесть, супербанда. Что ж, нужно это залить в куклу воду. Так-то аккуратно полностью залить. О, черт. Я заливаю эту куклу воду, это просто жесть, посмотрите на это. Господи, это реально кровь. О, думаю, нам уже достаточно этого. Теперь, банда, все это нужно зашить, чтобы кукла воду начала действовать. Окей, банда, это просто жесть, посмотрите на это. Вся кровь просто расплылась по всему телу. И гляньте, банда, сзади я все сделал. Окей, банда, пришло время проверить куклу воду на дьяволе. Я только не знаю, как мы узнаем, что она рабочая, но мы попробуем сейчас это сделать. Окей, банда, я беру первую иголку и всую куклу, надеюсь, у нас все получится. Итак, раз, два, три. Вот так вот. Не знаю, что получилось, банда, но я это сделал. Не знаю, что сейчас будет там дьяволу, но мне уже реально страшно, банда, немного. В принципе, пока что ничего не происходит. Давайте еще попробуем несколько иголок всунуть. Окей, супербанда, это просто жесть. У меня есть еще 3 иголки, которые я всуну сейчас в эту куклу. Так, вот эту я всуну куда-то сюда. Вот так вот. Есть, она застряла. Еще одну я всуну ближе к паху, чтобы он почувствовал всю боль. 3 уже иголки я всуну. Осталась одна самая большая, куда же ее всунуть? Прямо в сердце, если у него, конечно, есть это сердце. Не залазит, банда, вы представляете? О, есть, банда, все. Это просто жесть, супербанда, посмотрите, я полностью проколол его сердце иголкой. Не знаю, ли это будет работать, но это реально выглядит жестко. 4 иголки уже в теле, и пока что ничего не происходит. Так, погодите. Нет, банда, реально ничего не происходит. Душа все еще не вернулась. Окей, банда, давайте продолжим наши эксперименты. Нам нужно вернуть душу. Я не остановлюсь, пока я не верну свою же душу. Окей, супербанда, я хочу сейчас со всей силы ударить куклу в воду. Не знаю, ли у нас что-то получится. Но я помню, когда я так был со всей силы по кукле, которая была привязана к Насте. Она просто потеряла сознание от боли. Окей, банда, не знаю, что сейчас что-то получится. Итак, я бью со всей силы куклу в воду. Это реально жестко, банда. Окей, раз, два, три. Окей, кажется, ничего не происходит, банда, ничего не понимаю. Я прям проколол куклу воду, вы только посмотрите на это. О, черт, банда, это реально жесть. Почему-то ничего не происходит, это все очень странно, банда. Тем не менее, кукла уже почти мертвая с виду. Не знаю, как там дьявол себя чувствует, но она реально мертвая. Так, банда, погодите, а что если эта кровь была не на дьявола? Я сейчас какому-то обычному человеку привязал эту куклу воду. Что-то все очень странно. Тем не менее, банда, я не думаю, что нам нужно останавливаться, потому что моя интуиция подсказывает, что нам нужно продолжать. Окей, банда, я не знаю, как дальше могут заходить еще наши эксперименты. Но мне есть одна идея. Давайте отрежем руки кукле воду и посмотрим. Смотрим, как себя тогда будет чувствовать дьявол. Окей,
Суприм Панда Дьявол очень терпеливый. Он никак не выходит со своей норы, чтобы выйти поговорить со мной и вернуть мне душу. Окей, Панда, давайте отрежем правую руку. Не знаю, что нас получится, но это будет реально жестко. Я сейчас прям под корень отрезаю правую руку. Окей, смотрите, Панда, я отрезал ему правую руку. Это просто жесть, посмотрите. О, черт, это реально жестко, Суприм Панда. Быстрее отрезаем ему вторую руку. Не знаю, что получится, но это просто жесть. О, черт, Панда, да я отрезал обе руки Кукле Вуд. Это просто жесть, Суприм Панда. Ты слышала? Ну, я слышала. Пошли быстрее посмотрим. Окей, Панда, быстрее идем, смотрим, что там. Я реально что слышал в ванной. Черт, что это? О, господи. Суприм Панда, вы это видите? Что это вообще такое? Ты умрешь. Это просто жесть, Суприм Панда. Это что, какое-то послание дьявола или что? Здесь этого не было. Блин, Панда, ведь реально это написал дьявол. Это просто жесть, Суприм Панда. После того, как я отрезал ему руки, он начал писать кровью. Окей, Суприм Панда, теперь я более чем на 100% уверен, что мы привязали куклу Вуду правильно. Мы его привязали к дьяволу, потому что, блин, как так? Да, объясни эту надпись. Ты умрешь. Это мог так и написать дьявол. Это просто жесть, Суприм Панда. Я без понятия, что нам дальше делать. Нужно что-то с этим решать. Я уверен теперь на 100%, что мы реально привязали куклу Вуду к дьяволу. И мы только что отрезали реальному дьяволу руки. Это просто жесть, Суприм Панда. Так вот выглядит две руки дьявола. Я реально просто взял, отрезал их. А еще эта кукла полностью проколота иголками. Это реально жестко, Панда. Тем не менее, Панда, погодите. О, черт. Господи, пожалуйста, помоги мне. Блин, Панда. Он все еще не вернул мне свою душу. Что мне теперь дальше делать? Я уже не знаю, как еще не сделать ему, реально я уже им просто отрезал все руки. Что мне делать дальше? Панда, это реально жесть. Нужно еще что-то страшное сделать для куклы Вуду. Окей, Суприм Панда, уже прошло половину времени, уже 3:33 на часах, а мы все еще не вернули душу. Я думаю, пока что не нужно спешить уничтожать куклу дьявола, потому что нужно еще с него немного поиздеваться. Я попытаюсь ее как-то потопить. Окей, вот так вот. Окей, Суприм Панда, не знаю, что будет работать. Надеюсь, он будет задыхаться. Потому что, Панда, как мы знаем, дьявол повелитель огня. И для него вода это просто что-то нереальное. Так что давайте попробуем его добить. Окей, на тебе, давай. О, господи, он реально тупится, Панда, вы это видите? Надеюсь, нам этого уже хватит. О, черт, посмотрите, с него прям полностью стекает. О, господи, это просто жесть. Надеюсь, кукла Вуду все еще привязана к телу. О, черт, мне прям страшно на нее смотреть. К тому же и глаза отпадают. Окей, Суприм Панда, здесь этого будет достаточно. Пойдемте попробуем как-то договориться с дьяволом, чтобы он уже вернул мне мою душу. Фух, Суприм Панда, не знаю, наверное, этого дьявола уже хватит. Сейчас я на ваших же глазах позвоню номер 3 шестерки. Мы попробуем как-то договориться с тем, чтобы он вернул мою душу. Потому что, Панда, души все еще нету, видите? Реально нету души. Это просто жесть, Суприм Панда, не все еще мне не вернул. Видите, она становится больше. Дырка становится все больше с каждым разом. Окей, Панда, с этим уже нужно поскорее заканчивать. Я набираю номер дьявола. 1, 2, 3. И набираю номер. Окей, надеюсь, он сейчас возьмет трубку. Что, Суприм Панда, вы это видели? Он только что скипнул. Он специально не берет трубку, Панда, это просто жесть. Нам нужно продолжать наш эксперимент до конца. Если он не хочет брать трубку и возвращать мне мою душу, то мы тогда уничтожим его. И тогда, я думаю, Панда, моя душа должна вернуться. Окей, Панда, нужно уже, конечно, избавиться от дьявола. Сейчас я возьму и выковырю его душу. Посмотрим, что с этого получится, Панда. Окей, Суприм Панда, знаете, что я сейчас сделаю? Я попробую здесь полностью выковырять душу. Как он это сделал со мною? Вот так вот тебе, дьявол, как тебе нравится такое или нет? Получи. Чай, мерзавец. О, черт, вот посмотрите. Я просто полностью зажал нож. Это просто жесть, Суприм Панда. Мне прям не верится в это, что я вижу. Там что-то было опять, я слышал. Быстрее, пойдемте посмотрим, что там, Панда, было. Опять что-то в ванной. Окей. Эй, эй, здесь кто-нибудь есть? О, черт, Суприм Панда, вы это видите? Из канализации идет кровь. Это что, кровь дьявола? Это просто жесть, Суприм Панда, что я вижу? О, господи, сколько его здесь? Это реально похоже на кровь дьявола. Это просто жесть, Суприм Панда. Господи, Панда, вы это видите? Здесь просто полная ванна крови. Это просто жесть, Панда. О, черт, это было самое настоящее безумие исправить куклу Вуду на дьяволе. Потому что теперь меня весь дом в его крови. Блин, Панда, это реально жесть, вы видели? У Вани только что была кровь дьявола. Просто полная ванна крови. Это просто жесть, Суприм Панда. Кровища дьявола, я этого никогда не забуду зрелища. Мне теперь реально по всему дому его кровь. Этот мерзавый все еще не вернул мне мою душу. Я уже его так почти убил. Что дальше делать? Что ему еще от меня нужно? Господи, Панда, я не знаю, что делать. Окей, Панда, остается только одна. Это убить дьявола. Раз и навсегда. Мы должны сжечь эту куклу. Окей, Панда, самое ужасное, что мы делали с куклами, это ее сжечь. Я поджигаю куклу Вуду на дьявола. Только на это посмотрите. О, черт, почему она не горит? Вы это видите? Кукла Вуду не поджигается почему-то. Есть, Панда, она поджиглась. О, черт, вы только на это посмотрите. О, господи, Панда. Я прям не верю своим глазам. Я реально поджег куклу Вуду. О, черт. Интересно, теперь мне дьявол вернет душу или нет? Окей, Суприм Панда, после этого, если дьявол вдруг и выживет, он точно уже не сможет ходить. Блин, ну давай же возвращай мне мою душу. Черт, Панда, не понимаю, что мне делать. Это реально жесть. Я уже поджег куклу Вуду, а дьявол все еще не вернул мне
мне мою душу. Неужели он больше никогда ее не вернет? О, господи, посмотрите, как она горит. Я реально поджег куклу Вуду на дьявола. Дьявол после этого просто должен умереть, панда. Это реально жесть, как жестко выглядит. Окей, панда, это просто жесть. Я жег ноги дьяволу. Значит, кукла Вуду не горит, потому что она была мокрая. Потому что раньше мы уже ее утопили. Да верни уже мне мою душу просто. Я перестал тобой издеваться. Господи, панда, это просто жесть. У меня реально все еще нету моей души. Я не знаю, что мне еще делать. Это реально жесть. Что с тобой, Сереж? Я верну душу, перестань! О, Сереж! Сереж, ты как? Сережа! Сереж! Сережа! Сережа! Сереж! Ты как, Сереж? Веришь, она на месте или нет? Да, Сереж! Я чувствую, у нас все-таки получилось. Да, все получилось. Отлично. О, господи, банда, это просто жесть! Дьявол вернул мне мою душу, посмотрите! Все теперь на месте! Это реально жесть, банда! Так, погодите, в туалете он убрал то, что было или нет? О, сейчас интересно, очень интересно. Что? Здесь уже ничего нету. О, господи, супербанда, вы видите? Здесь уже нету надписи. А здесь остался только маленький кровавый след, банда. Это просто жесть. О, господи, банда, теперь это все как будто сон. Реально нету никаких больше последствий. Окей, супербанда, я очень рад, что история так закончилась. Вы только посмотрите, что же мы сделали с куклой Вуду. Мы просто подрезали руки и сожгли ноги. Это просто жесть, банда. После чего, банда, Настя говорит, что Чао сам пришел ко мне и умолял меня, чтобы я перестал это делать и вернул мне мою душу. Это просто жесть, супербанда, я очень рад, что у нас все получилось. Окей, пони, тем не менее, вот комменты из прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь посмотреть еще видео, то всего лишь тебе нужно отпустить задержаться свой на колокольчик и все будет уже в следующем видео. Вот такой вот просто ребят ко мне видео, лайк, колокол, коммент, и уже в следующем видео. Окей, бро, и знаешь что, оставайся, ты тебя шикарная, пока!